Сейчас самое главное его, так сказать, заполнить. Я говорю про Бубсича, если что. Во-первых, что это такое? Что это за нейронка такая? Почему Настя превратилась в персонажа из Beyond Good and Evil, блядь? Что это такое? Вообще сделаю из себя в олдовой игре, точно лайки от олдов получу. Лаггейм. Пиздец. Страшно нахуй. Толенопуп. Всем привет, я сейчас пойду нахуй, чтобы съесть говно, сука, которое я только купил. Блять, а мы вроде это видели, но тем не менее. Я такой пирог еще никогда не ел, он вообще укальный нафиг. Кот веду. Чик-ч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 ик. Потому что я очень вкусный пирожок, блин. Значит, вот. Ну идем на. Тут фокус сбивается почему-то. Это мама купила дурацкие шарики, короче. Не знаю, захотелось спит. А мы сейчас покушаем пирожок. Пирожок, пирожки. Пирожки, пирожка. Пирожок, пирожок, пирожки. Пирожок, короче, вот. А, тут я решил... Вот это я понимаю гениально. Вот это гениальность. Вот смотрите, вот Толяна Пуп, в нем контента гораздо больше, чем во всех шести сериях Фрирена, что мы посмотрели. Пройтись к метро, тоже есть всякие магазины. Разные по пути к метро, там у нас Щелочковское шоссе, когда вдоль шоссе идешь, шоссе, и там в одном магазине продают тоже шоссе, там тоже... Да, вот тут видно, что сценариста наняли, хотя вроде красивой картинки нет. Есть там с картошкой, там грибами, там, 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 там. Вот сценаристы Фрирен, учитесь, блядь. Там, 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 я без мамы не... Короче, даже драматургия есть, кстати, чего нет во вторых. Купил я пирожок с ветчиной и сыром, решил пойти на кухню, а там картошка. Даже юмор есть. Вот в Толяна Пупе есть все то, чего нет во Фрирене, блядь. Короче, немножко. Сзади. А сам лысый как черт сидит. Прекрасный. Пророк Санвой, привет. О, привет, дорогой друг. Присаживайся поудобнее, сейчас я тебе расскажу одну интересную историю. Мяу. Я испугался, думал, это нихуя. Мяу. Пуп 3D за пределы экрана вышел. А это у меня этот, мы MSI. Однажды я пиздил палестинских детей. Все, до свидания. Мяу. Все, насмотрелись. Все, хватит, блядь. Вкусно пиздец, все. Что это за хмяу? Бля. Вкладываться в крипту, вкладываться в аниме-стримы. Просто отдай все свои деньги. Ну, это да, это хороший мемастик. Ну-ка, ББ рассказывает что-то на стриме. Давайте смотрим. Развил, когда ББ руинит. Фотожабер, когда ББ скипнул фотожаб. ББ и засранные фотожабы... А... Блять, что? ББ и засранные фотожабы Матвея Крылова. Я не шарю за ваши манги. Вот, кстати, мы все в деградаче выложил. Смотрите, это же Матвей Крылов, блядь. Смотрите, что с ним случилось, а. Но это вот реально, да, вот до деградача, до дизморали, блядь. И вот что с ним стало. Ну да, как всегда, годноту, годноту. То, что сделал с ним Берлинио, пиздец. Я говорю, макароны это хумя, блядь. Пизду еще вот этот хумя, блядь, с жопы. Ой, макароны это зло, итальянцы. Почему? Ну потому что реально зло, блядь. Куда, блядь? Кто? Почему? А, кстати, да, это мы не глянули, мы глянули сейчас. Ау, за что ты меня бьешь? Ну макароны реально зло.
Вкусное зло. Вкусный яд. Just like my friend. На Сисена похож в этой футболке? Да, ну все, значит, вот, ну все, буду другую футболку надевать. Наверное, сказал, что в этой футболке на Сисена похож. Похороны ББ в спичном коробке сопровождению любимых пластиковых солдатиков. Иди мяу! Это неправда. Я позволю тебе вернуться в прошлое и повлиять на его дед не стоять. Неправда. Обезумевший от отсутствия макарон ББ отобрал веточку у муравья и кинулся на щенка чихуахуа. Ну я так и знал, что вы про эту хуйню пошутите, ну ладно, смешно. Ну вот так. Вот это крыло. Последний, что видел ББ перед смертью. Макароны делают меня слабаком. Ты охуел макароны хейтить? Похоронили ББ в холодильнике с макаронами. О, вот, блядь, уже гораздо интереснее Фрирена, все, блядь, фотожабный завод от того самого Артема. Кстати, в отложку закинем. Одежду в руке, ой, это моя гоблинская вайфу, мастурбатор очень удобно. Чувак, я макарони, ты худшее творение человечества, типец. Все, мы уже поняли шутку, мы уже поняли, смешно. Обычный хор покран, тот самый священник зубы бананза. Автор врубили драму, потому что ББ и зубы корега, мать сдохла, рапапа. Так, это мы видели. Вам меня ничем не удивить. Реакция ББ на опенинг и эндинг Фриран. Да не сказал бы. Эндинг красивый, но не более того. Судьба ББ из Миша's Antident. Дальше, пацаны, ты говоришь про то, как срал в торт сиротка, но я этого не делал. Чтобы ты понимал, на этом моменте мурашки по коже были у всех, кто не меня смотрел. Контекста не будет. Ща. Превосходно. Ну-ка, контекста нет, давайте-ка, ну-ка. Мне сейчас скинули буквально вот самый лучший момент из Фрирена, судя по всему. Давайте посмотрим. Койл Грин переподписан 15 месяцев. Этой музыки не было, там чего мне... Мяу, мяу. Это музыка из... Мяу. Из Dark Souls, ёб... Мяу. Нет, я вам сейчас покажу, блядь. Я вам могу предсказать, что было на самом деле в Фрирен. Я вам сейчас покажу, какой на самом деле там был звук. Смотрите. Вот. Поскольку это же аниме мяу, какое расслабляющее, медитативное, то оно звучало вот так. Смотрите. И все злилы такие, мяу. Ну, после заебушного дня посмотреть самое то. Таким прям аниме раскрывается, пиздец. Трудно понять. Вот это да. Мяу. Это реальность. Просто мяу, мяу. Ух, сука, мяу. Я ж встал. Сейчас буду расслабляться. Дай, пердёшь рандомно. Называйте вещи своими именами. Синица, воробей. Ну... Компас, часы. Блять, идите на мяу. Газлайтинг уже идет. Я не понимаю, зачем быть лысым в мире, где есть волосы. Дамы и господа, святой... Нет, не умер святой человек, блять. Решил порисовать также зверят, спасибо. Бля, дорогие зрители, пора делать бизнес. Пиздец, а ты так быстро все рисуешь? Ха-ха-ха, реально, ахуй. Не, ну слушай, это в деградач. Я тут выложу, но ты и в деградач, да. ББ про свой чат. Чатик у меня намешанный. Там есть как и кривозубые крестьяне, как есть и заднеприводная элита, и как есть великие миры сего, но это мои ребята. Контора оптимистов. Сейчас подытожим деградский директ Зевел. Я сделал Подольск. Подожди, так это ты рис... Подожди, то есть это все тобой нарисовано?
Я думал, ты про... я думал, это просто типа на арты. А, нет, не им нарисовано. А, это на ее. А, ладно. Пусть не тогда. Ладно, понял. Да, если рад замечать, то вы такой серьезный. Ладно, смешно выложу, но... Вы отказываете макарон, макарон. Да, макарон это яд. Вариант такая. Купить необходимые вещи для путешествия. Купить всякую хуйню. Ну, она полезла за макаронами. Мое любимое аниме. Параша скучная. Мой любимый персонаж Шваль. Что ж, в итоге дропнул. Я ж говорю, смысла на что-то нормальное нет. Будем донатить на Атель Хазбин. Так в смысле нет нормально? Так в смысле? Так в смысле? В смысле? В смысле? Вот. Ну давайте, дамы и господа, вспомните, какие охуенные аниме мы посмотрели с удовольствием. Реинкарнация безработного глянули? Глянули. А, созданный в бездне мы глянули? Глянули с удовольствием. Ковбоя Бипопа мы глянули? Глянули. Охуенно было, пиздато. Есть смысл кидать на годноту, но фрирен, блядь, это, ну это не годнота, блядь. Когда их уже убьют, а? Они меня бесят. Он слышал в писе попич, как кавочка. Так да, это все, что как-то приносило удовольствие на стриме. Ладно, это хорошо. Будьте скал, блядь. Так реально даже просто палец показывать этому ухахаха обосыха, блядь, по сравнению с Эфирен. Вот это неправда, не жизнь, мимо. Когда на нем с ним попросили 5 минут помолчать. Сука, блин. Буба и такой сисечный. Это могила моей семьи, которую растерзали демоны. Неплохой человек в этот момент. Сиська! Моя фигуренка грусти ловить рофл с любой. Вятич, подчеркивание, видан, подарил 5 премиумов. Да и то там не с любой детали ловили там. Это иди нахуй, я не буду это постить. Смотрит Тюрен, 1 серия, 2 серия, 28 серия, 117 серия. Да вот-вот раскроется. Вот-вот раскроется, блядь. Сейчас годнота пойдет. Пиздец. Так, все, блядь, я тут выключаю нахуй веб. Тут пошли уже мимасы. Арты пробук сейчас по-любому либо хуй тут выскочит, либо еще что-то, блядь. Это еще что? А потом я выпал 4 фури игры на аукционах подряд, а потом еще и маг-целитель, князь тьмы. Методичка от ББ, ключиков много, ключиков мало. Ну и в чем он не прав, блядь. Вот это что? Вот это я сразу говорю, почему социопат так любит власть. Я не социопат. Ну ладно, мемасик смешной, я его так уж и быть выложу. Сейчас тест на социопата дропну, никто о результатах не догадается. Но никто не знает, какие результаты там. Смотрит, слышит ротовный пердёж. Как смотреть, самое самое грустное аниме под звуки пердежа. Вот серьезно, вот вы меня видите таким? Вы меня видите таким злобным, плохим человеком? Да и похуй выложу, блядь. Я плакал на похоронах Гимли, я плакал на цветочек, я плакал на фрирен, я вас понимаю, я тоже человек, я тоже не уйду. Да ты же просто робот, имитация в виде, раз человек, разве робот может плакать над фрирен? Зубы ка... Ну чё вы да пишете, блин? Извините, ББ настолько сильно перданул, что аж ногу свел. Надел 250, как что ББ назвал фрирен говном стон? Да неправда. Люди реально думали, что Фрирен зайдет. Вот не зашло. Ну, ребят, что-то херня какая-то. То ли дело аниме про безработного питофила. Нет. Зубы евреи. Посмотрите, какой красавец раньше был. Аж вот это вот макароны меня превратили в то, что я сейчас. Зубы Куманза. Бля. Неправда. У
вывел шизоварик за 350к, наслаждайтесь. Не, ну кстати, да, блять, просмотр фрирена реально смахивает на шизоварик. Ой. Когда смотришь что-то не фрирен. Блять, да я бы лучше реально, блять, летсплей от Маркплайера посмотрел. Адольф и Лайза, че был нам для... Нет, не был, блять. Ну, кстати, да, это просмотр фрирена, блядь. Анимечник, когда в сотом иссякаю, главный герой первой серии умер друг, на который всем похуй, даже в самом аниме уже через 5 минут. $400 от Тип-Топот. One arrow for sign. Дамы и господа, это просто золото. 300к того стоили. Побег от скука в Роблокс. Иди нахуй, это выкладывать не буду, блядь. А, вот этот мемный момент из Фрирен, блядь. Я когда увидел этот кадр, подумал, о, какое-то популярное аниме, наверное, оно интересное, блядь. Как же я ошибался. Еще никогда Штирлиц не был так близок к Раулу, что это. Мне понадобилось 20 лет, чтобы понять одну простую истину. Макароны — это яд. Да, макароны — это буквально яд. Я же говорю, дамы и господа, для тех, кто вот не слышал сегодня в начале с ним, что я говорил. Макароны — это буквально зло. Я до этого сидел на диете. Вчера я решил себе позволить спагетти. И после спагетти вот эта во мне первобытная ярость, вот этот вот огонь, вот эта вот энергия, которая во мне была, она просто исчезла, она просто растворилась. Я снова стал вот тем, кем я был до этого. Такой ленивенький, уставший вечно, что-то подзаебанный. Так что, ну да, я себя чувствовал реально не очень. И я считаю это правду. Мой макароны — это реально яд. Итальянский диктатор Бенито Муссолини по идейно-политическим соображениям пытался бороться с макаронами. Он популяризировал ризотто, в основе которого рис с различными соусами и добавками. 150 рублей от Лута. Позицию Муссолини взять на эскадожник. Как смотришь на то, чтобы как-нибудь продолжить просмотр ленивыми. 17 мгновений весны. Было бы шикарно. Да, посмотрим как. Жмель рассказал анекдот про ББЛ. Анекдот! Приходит ББЛ к врачу. Доктор, у меня геморрой чешется. Ну так, мой чаще. Нет, мой. Иди нахуй, блядь. Насрал Матвей Крылов, что это вообще такое? Смотрим видос Гарольда Стерлинга. Изучаем чатовский язык с ББМ. Чатовский язык или же нормативная лексика комьюнити деградач. Так. Объединение сленга, англицизмов и устойчивых так. Выражений, всё. Используемых чатиком и сообществ. Почему ты петушиный стол из беспредела показал как чатик? Можно вопрос, Гарольд Стерлинг? Это на что намёк, блядь? Почему петуши... Вот чатик, смотрите, петушиный стол из фильма «Беспредел». Многие из этих слов могут быть непонятны новичкам и случайно забредшим зрителям. What the fuck is this piece of... Ладно, похуй, что тебе фрирен не зашла. Стрим уже отбился по эмоциям с тестом на социопата и про макароны. Блять, знаете, надо будет сейчас пройти лучше тест не на социопата, а на социотипы, блять. Это гораздо более рофильная вещь будет, как мне кажется. Да про макароны. Блять, я от чистого сердца сказал про макароны, вы мне опять, блять, с Бенито Муссолини сравниваете, блять. Видеоролик представляет краткий нормативный толковый словарь, созданный известным лингвистом и историком Эскауфовым. Список представлен в алфавитном порядке и будет дополняться. Вот смотри, дебилы. Буква А. Аниме АУК. Сленговое обозначение киноаукциона в чате. Засунуть фигурку того в жопу, досмотреть Гуррен Лаган. Чем? Я что, чем сейчас колесо крутится? Аниме Шейх. Подвид обеспеченного донатера, который донатит в основном только на аниме. Вот это сейчас про тех, кто кидал на фрирен, рассказывается, слушаем. Если представить себе то, что ЧВК Редан — это реально ЧВК, то у них Пригожин — это вот наши аниме-шейхи. Аферист. Человек, проводящий... Какой аферист, блядь? ...проводящий аферу или обман. Теперь верни мои деньги.
Ну вот на этом, пожалуй, мы... Мяу, ты вспомнил, блядь. Закрываем данный стрим. Снимай деньги. Да, мы закрываем данный стрим. Приятно было посмотреть на Тита. Это еще со времен по стриму по диско Элизиуму. Буква В. Вождя. Уменьшительно-ласкательная версия слова вождь. Вождя, когда будем есть людей? Буква Г. ГНД. Расшифровывается как гений на донатере. Бепс, сколько секунд в 5 минутах? Получается 300 секунд? 300. Отсоси у тракториста. Подло, конечно, было футурист. Гой. Обозначает не еврея. Я начал там недолюбливать русских. Гойда. Крикли. Это вырезано из контекста, блядь. Это что, оху... Ование и абсолютная эйфория чата от абсурдности происходящего или счастья от восстановленной справедливости. Ладно, Фрири не зашла. МБ подруга ж первую половину второго сезона безработного. Там всего 12 серий вместо 28 у Фририн. Не, ну кстати, это как Варик 5. Я посмотрю, короче, после документалки по Стасу. Быть может, если желание будет, реально, может быть, лучше безработного поглядим. Или Коносубу, блядь. Что-нибудь такое поглядим. Потому что сразу ауки подрубать смысла нет. Бабла я залутал нормально, так что сейчас думаю, можно что-нибудь реально для души подрубить. У каждого произведения... Мы Рокера не досмотрели, может, Рокера досмотреть. ГГ и ее отношения с товарищами. Показу мира. С другой стороны, ты высоко оценил монстра. И я решил осилить его благодаря тебе. Но там повествование не лучше в плане темпа. Как он понравился такому, как ты, Хазе? Я монстра раз 5 пересмотрел. С большущим удовольствием. С большущим. Гойда, братья и сестры. Гойда, да, Гойда. Ты, меня. Гойда. Да Гойда. Хватит. Гойда. Гуталин. Еле попал на steam.bebs. Откуда ты знаешь Грейсон Финн? На фесте познакомились. Оскорбительное наименование человека негроидной расы. Почему сразу вот Бреня Гуталин? Ну что вы? Где рабство? Где рабы? Хочу рабов! Буква Д. ДНД. Расшифровывается как даун на донатере. Дуче. Титул итальянского фашиста и диктатора Бенито Муссолини. Правда ли, что я фашист? Буква И. Игроаук. Сленговое обозначение игрового аукциона. Говно, говно, ультракилл. Ну ладно, чел постарался, поробку. Ты ведь знал, что науки выиграют то, что хочет чат. Да нет. Игра жабы. Вид творчества. Игры про ББ и его лор или комьюнити. Вот извините, конечно, но разрабы дауны, пиздец. Буква К. Капробро. Это я, кстати, говорил про разрабов в общаге. Бро, друг и товарищ. Поэтому и с другим моим другом, когда узнали о его смерти, мы примерно шутили такую шутейку типа: он удавился! Вам не удалось сделать из него петуха! Буква М. Модер. Это, кстати, отсылка была на фильм «Беспредел». Краткое наименование модератора стрима. Стоп, что там было написано? Буква М. Модер. А мне контент на стриме важнее жизни модеров. Нет! Краткое наименование модератора стримов. Модеры вообще не ссорятся. Ну как, а ты постоянно с лаггеймом? Голубки, ладно, фон. Буква П. Перекрут. Яичко, блядь. Просьба зрителей перекрутить колесо фортуны во время аукционов. Перекрут. Яичко, блядь. Да это шиза уже, блядь. Это реально уже вселенная Чмизуми. Буква Р. Руина. Слабый, немощный человек, портящий все, к чему притронется. Ой, блядь! Суки. Ой, блядь. 150 извините. Рублей от Дживарван Хайп. Вот ты когда «Беспредел» смотрел, ставил себя на место мой Дадыра или филателиста? Буква «С». Самодонат. Обвинение стримера в донатах самому себе. Нихуя, скажи, что это был самодонат. Да нихуя, блядь, это был не садама, не садамононат, блядь. Скуф. Неопрятный мужчина 30 лет с пивным животом. Это не я. Узким мировоззрением. Это не я. И необычными интересами. Я взрослый мужчина. Если я хочу посмотреть анимации про трапов, я буду смотреть анимации про трапов, блядь. Мне 29. Буква Т. Трэш-стример.
Вид стримеров, совершающие опасные и аморальные действия на своих стримах с целью заработка. За Селестию иди. Да мы вашу Селестию, блядь, будем там. Буква F. Господи. Фотожабы. Вид творчества, ранее подразумевавший обязательное приклеивание ББ или части его тела на... Творчество, ранее подразумевавшее обязательное... Вот мечта детства, наверное. Какие вы, сука, падлы, блядь. Вот я помню этот... Вы твари, блядь. Вот какие же вы уроды, блядь. Просто вот люди уроды, блядь. Приклеивание ББ или части его тела на самые разнообразные объекты ради развода стримера на эмоции. Чё, ха-ха, блядь? Я поделился с вами тем, что, блядь... Вот это были самый первый момент, когда я начал показывать фотожабы, блядь. Вот просто худшее решение в моей жизни, блядь. Жить стало легче мне. А вы меня в картошку с ногами руками превратили. Буква Ч. Чат в X или X в чате. Попытка чата дать сигнал стримеру о появлении на Гудгейме чего-то интересного или забавного. Вот что это, ребят? Вот смотрите, ребят, что это? Что это? Ужин с мразью, блядь. Почему ужин с мразью, бля? Почему ужин с мразью? Почему Федя превратилась в бур? Почему логей мужского пола? Блять. ББ, Тита, Куки, ЧГ для душа, Настя, логей, Вильям, Кифи. Почему Феня борщ, блять? Почему Куки? Буква Ш. Шейх. Подвид донатера, отличающийся крупными возможностями для доната. Шляхич. Грубое наименование задницы. Классный день рождения, и жопу потрогал, и помацал, и тык-тык сделал, и пок... Шерзых. Мужской половой орган. Интересное развитие событий. А вот это что, блять? Вот это был первый и вот последний раз, когда я вот что-то интересное показывал ребятам из Дискорда, именно разрабов, блядь. Вот показал один раз, блядь. По-любому какой-нибудь Доктор Хаммер или Славчик вырезали, блядь, вот превратили в это. Вы психопаты ёбаные, блядь, это что такое? Вот всей швали моих критиков, моих завистников, вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени точно исследует тему, можно спорить? Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Ладно, это было хорошо. Это было вот прям реально хорошо. Так, это мы убираем. Теперь к другому, блядь. Смотрим фотожабный завод того самого Артема. Все. Вот представляете? Кстати, а почему на донате за 25к Татарстан, а не Башкортостан? А нету вот такого Башкортостана. Я помню, у нас просто песня была какая-то. Татарстан! И что-то так приелось. Мясо перерабатывают предприятие Стерлитамак. Презентация мясных деревьев. Благодаря нашему исследованию предприятие Стерлитамак смогло создать более дешевый способ производства мяса. Мясные деревья. И вот у меня создается такое ощущение, что вы знаете, но... Мне страшно с Артемом в реальной жизни встречаться. Вот реально страшно встречаться. Это какой есть самый такой страшный злодей, блядь, в Бэтмене, блядь? Вроде бы сын Гордона, комиссар Гордона, блядь. Вроде он там психопат, блядь, который людей резал. Вот. Мне кажется, вот тот сам Артем, он такого типажа человек. Отдельная форма жизни, представляющая мясное образование, растет быстрее животных и легка в эксплуатации. Для выращивания мясных деревьев необходимо подготовить мясную почву, произведенную в предприятии Стерлитамак. Подключив подачу питательных веществ, нарастая на обочине, начну быстро расти. Общий пример, как и должно выглядеть, представлен выше.
Но это реально биопанк. Нет, это больше фотожаба-панк. Благодаря своему быстрому росту и не меньше питательности, данное мясо может использоваться в рационе солдат. Ну, кстати, зато сразу видно то, что тот сам Артём — это вот мой зритель. Прям каноничный мой зритель. Внимание, если мясо, произведённое данным путем, вызывает мутации, необходимо обратиться к предприятию или специалисту рантоматского предприятия. Однако ничто не предостережет от отклонения от нормы. Что делать в случае хаотичного роста и развития мясных деревьев? Пиздец. Молитесь Богу, плоти, молитесь Богу, плоти, молитесь Богу, плоти. Ну все, но это уже ужастик. Это по решению главы места перерабатывать чудо взять. Стертома, когда на видеозапись должна быть уничтожена. Это закончилось. Фотожабный завод серия 13. Так, а тут у нас фотожабный завод. Ёптыть, блядь, так не спойлерим нахуй. Смотрим. Отклоняй из предложки. Пиздец. Ебать, лагей мне не фотожаба. Нападение на завод. Блять, как я рад, что Яков Скобелев, блядь, не делает свою версию фотожабного завода. Это, наверное, чаще ужас какой-то был бы, блядь. Ну, Артема можно только похвалить за креативность. Так моя мать нахваливала Артема и сравнивала его с... Блять, забыл, как этого художника звали. С Дали! Во! Во-во! Моя мать нахуй сравнивала его с Дали. Прикиньте. То есть говорила, вот это, конечно, у него нестандартное мышление. Да-да, вот с Пикассо. Вот с Пикассо, с Дали, блять, во-во-во. С ними сравнивала. Объяснить, что за цирк устроили. Мы выполняли приказ по утилизации горшка. Он прошел наш род настоящий угроз, вероятность которой всегда была. Вроде не такие глупые, как покрыша, понимают, что у нас нет времени на веселье с фотожабы. Но этот горшок монстр чего не убил нас, разве это была не проверка наших навыков? Если хорошо действительно монстр, то почему он тогда давно не убил нас всех? После всей уловки я успел читать мысль, поверьте мне, я ощутил это на своем опыте. Почему это звучит как вымученная ложь? Вот мне, честно говоря, мне кажется, я надеюсь, горшок всех спасет. И покажет себя сам. Хотя нет, возможно, горшок это прям натуральное зло. Хотя хуй знает, с каким злом столкнется горшок. Хотя справишься, что сейчас главное то, что может ранить под контролем бревна. Я не лучше убийность, поэтому мы должны быстро организовать всех шуе ППШ. Вы поняли? Да. Подождите, блядь. Это танки с гусеницами, но... А, это танки с гусеницами, отдельно стоят ППШ на ножках. Пиздец, блядь. Чего? Горшок спас своего хозяина, откинул его в безопасное место. И что сейчас будет делать горшок?
Длина пробил нашу оборону. Что нам теперь делать по твоему гениальному плану? Все идет по моему плану. Горшок совсем разберется. Горшок, значит, с ним что-то не так? Почему ты мне вообще ничего не сказал? Почему горшок стал монстром? Кто на нас напал? Я же тебе говорил, что мы противостоим бревну. Но Артем же говорил, что бревно это просто сказка. Вообще-то... Вот тут видно, сколько сценаристу заплатили. Я сказал, что живых бревен не существует. А бревно тогда что? Ладно, я объясню еще раз с самого начала. Раньше, когда все производство было расположено в центральной башне, все управление осуществлялось через программу А. Однако я опасался, что программа А выйдет из-под контроля, поэтому я разробил ее на 5 фрагментов. И даже если программа А найдет способ объединиться, у меня были программы Б и С, которые по типу мышления были противоположны, как правые и левые, и каждая из них противоположна программе А. Однако произошли непредвиденные обстоятельства. Генерал Лагейм упал в станок Хоррорджа. Лагейма намотала на фотожабный вал, дамы и господа. Лагейма намотала на фотожабный вал. Я думал, что станок Хоррорджап — это надежное место, чтобы спрятать программы Б и С. Но этот инцидент доказал обратное. С тех пор Лагейм перестал быть тем, кем он есть. Пиздец. Был бы православным, перекрестился бы. Он стал одержим программой С и ее планами. Рано или поздно я собирался распределить все производство по 5 заводам. После бунта Лагейма этот план начал реализовываться быстрее. Я распределил фрагменты программы А по 5 заводам и сосредоточил все войска у завода по обеспечению энергии, так как я думал, что этот завод будет первым по захвату в планах бревна. Однако бревно оказалось хитрее, этот план был бы слишком очевидным, поэтому он пошел по менее важным заводам. Поочередно он захватил заводы по созданию частей для фотожаб и завод по созданию самих фотожаб. Когда я понял, в чем было дело, в спешке разделил всю армию по 3 оставшимся заводам. Однако на тот момент бревно поглотило 2 фрагмента программы А, поэтому сразиться с 1/3 армии для него уже не было проблемой. После того, как пал завод по производству фотожабной техники, я понял, что нужен другой план. Я собирался использовать программу Б в противовес бревну. Некоторое время я не мог найти программу Б. Однако, увидев, как горшок всегда приходит в руки покрыто, пока тот не видит, я понял по его взгляду, что в нем и есть программа Б. Пиздец, но... Но это, конечно, не фрирен, дамы и господа, даже не близко. Не задавай ненужных вопросов, покрыт. Почему нам просто не дать бревну в фрагмент программы? Может, он и остановит нас после этого? Но, Штырь, ты и другие смотрители есть фрагменты программы А. Пиздец. Ну, закончилось на интриге, дамы и господа. Ладно, подождите. И тут сразу идет часть 14-й, День независимости, блядь. На 2 минуты, ну-ка. Так, потери идут. Сколько их осталось? Я не знаю, я их где-то уже 20 подстрелил. Давай, хуярь. Пиздец. Падла, блять, пальцы снаряд.
Ну что, горшок отвлек на себя остальные танки. Стоп, а горшок на нашей стороне. Я без понятия, но он агрессивно настроен к нашим врагам. Ебать! Это он типа летит на танк? Пиздец. Это типа стрельба по-македонски? Ебать, кровожадный. Нихуя себе. Пиздец, смотрите, горшок весь покорёженный. Он еле из последних сил. А, он восстановился, блядь. У него регенерация. Нам срочно нужно отступать. Отступать некуда, позади Артём. Ну что нам тогда делать? Мы будем стоять до конца. О, великий. Горшок, я склоняюсь пред вашим могуществом. Спаситель. А ты что, не мог прийти позже для более драматического эффекта? Горшок, у нас будет серьезный разговор. Не уверен, что я сказал эти слова в здравом уме. Так, ну вот это мы не хотим увидеть. Лагейма, ладно. Ну вот это было неиронично и интересно. Ждем, что будет дальше. Это буквально та сцена с Рейденом из МГС-4. Ну да, и как-то пишут в чате. Ой, не на то закинули 300к, ой, не на то.